Добрый день, с вами сегодня Виктор Коробкин, рындочка мой талисман. Сегодня, друзья, я хочу показать, я был на рыбалке на Кожебельском лимане. И два дня пробовал поймать разные рыбы, как говорится. И дело в том, что находился я на большом возле Нати, на водоеме. Ловил на леску 008, 001, на мормышку. Ловил на червя, а также на мотыля. Первый день, конечно, был мороз, градусов 12, ветер сильный, это все вы видите в фильме. Клевал мелкий окунь, пеленгас еще не подошел, рыба клевала плохо. Ну, окунек матросиков, конечно, можно было ловить. На второй день было немножко погода лучше. Уже клевал окунь и на червя, и на мотыля покрупнее немножко. Даже цеплялся пеленгас. Вот. И клев был более активный. Я так понимаю, что, наверное, с оттепелью и с падением давления будет, конечно, рыба подходить больше к берегу. Но самое интересное, что ловили окуня почти у самого-самого берега в камышах. Потому что давлением прибил он прям под самым берегом был. И кто ближе к берегу был, тот практически больше ловил. Ну, надо искать, конечно, прогалины, искать ямы, и в основном только в камышах. На чистом клюет плохо, в камышах клюет лучше. Ну вот, пожалуй, хотел сказать об этом. И еще сказать хотел, что, конечно, было много очень рыбинспекции первый день. Молодые ребята ездили, проверяли, чтобы на запрещенные виды ловли, а вот, чтобы не было ведьм, не было чертов и прочих запрещенных блесен. Вот, пока все это контролируется ими, они профилактику делали своего рода на льду. Что были бы осторожны, потому что у некоторых рыболовов были изъяты пешня, и штраф выписаны. Но это рыбаки рассказывали, я сам лично не видел, но дедушки рассказывали там на воде, на льду. Поэтому будьте осторожны, будьте бдительны, будьте внимательны, не допускайте до запрещенных методов ловли. Ну и то, что я успел снять, конечно, на льду, я, конечно, сегодня вам покажу. До следующих встреч. С вами был Виктор. Приехали на рыбалочку. Газ еще не идет, сидим у берега и ловим окунька. Ну, мы только собираемся ловить. Луночка. Можно посмотреть на вашего окунька, хочу снять. Показать. А, вот окунек. Лежит на тросик такой. Вот такая луночка. Мы еще не поймали, попросили товарища показать. Червячка. Погода отличная, солнышко светит. Народ отдыхает. Олег некоторый замерз, готовится. Или 100 грамм наливать, или лунку долбать. Одно из солнышко. 10 градусов мороза, легкий ветерок. Yeah.
стали самые сильные. На рыбалке ловим рыбку. Вчера окуньки, что нам сегодня преподнесет погода, посмотрим. Беленгаз не клюет, погода чудесная, ветер, снег. Пришли рано, не могли тут лед расчистить. Ох, что ж вы не позвонили, я бы для вас специально взял бы лопату почистил. И вам тоже. Будем ждать. Можно вашу рыбку покажу? Вон окунек уже есть, еще видишь?